Ну, раньше как темно было, ну, страшно, детей не было, как сегодня. Детишки наши стали играть дольше, безопаснее стало, ведь зачастую бывает так, что очень многие работают допоздна. И, разумеется, когда поздно возвращаются, и когда во дворе темно, это весьма опасно, с одной стороны. С другой стороны, человек неуверенно проходит по территории. Ну, а теперь, конечно, с освещением стало намного лучше. Стало как бы не страшно ходить ночью после работы или после учебы. Ну и дети тоже стали уже играть. Особенно летом, когда днем жарко, а вечером уже все выходят на прогулку. Ну, тоже же комфортно, безопасно. Мамочки могут очень долгое время находиться на площадке, на свежем воздухе. В принципе, жизнь намного стала интереснее. И детишки зачастую тренируются, играют на волейбольной нашей площадке. Цвет, конечно, это жизнь. Дольше можно общаться, дольше можно какие-то вещи делать, какую-то работу выполнять, посидеть, пообщаться. Освещение – это, наверное, одно из самых важных условий проживания для человека, характеризуется, не знаю, совместно как с прогрессом. И, соответственно, если бы не было света, все разбежались бы по домам пораньше. А так получается, что со светом и безопасно, и это как-то вот укрепляет дружелюбие между людьми.